Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки Амогуса. Здорово! Ну, давай, начинаем. Начинать с самого большого? Думаю, да. Любого. Ой, сейчас будет долго загружаться. Так, сейчас. Да. Сейчас будет быстро. О, и вправду. Это та постройка, которую ты отправил в Дискорд. Да. А что это такое вообще? Это межгалактический корабль Трайден. Сейчас я вам дверь открою. А. Идите по ковру идите. А я вообще в другую сторону пошел. А. Сейчас я иду уже. Тащили. Давай, я в тебя верю. Вот красная дорожка. Да. Межгалактический корабль, а двери не закрываются. Пусть воздух. Закрывается. А, закрывается? Опа. Да, хоп. Добро пожаловать на борт Трайдена. Кстати, тут тоже есть дверь, но она как грузовая, так скажем. А я вот тут был. Ой! Заходи, брат. Так, все. Я немного не продумал подъем наверх. Да. Ну, в общем, здесь, да, тоже двери открываются. Смотри, здесь. А вон там сзади что такое было? Сзади? Да. Сзади, так скажем, ядро всего этого межгалактического корабля. Заходи. Оно дает ему энергию. Это штука? Да. А, понятно. Это корабль Амонкас, что ли? Нет. Просто похоже. Там тоже такой подъем был на самый новый, который. Я понял. Изначально там должен быть музей, ну и ресторан, но, как ты видишь, там уже этого всего нет. Там, в правом крыле у нас находится магазин, и можно так сказать, еще мини-буфет. Здесь такой мини-кассовый аппарат. Здесь есть много розовых конфет, вообще, тортиков. Вообще конфет. Крутой аппарат. Да, я старался. Потом в левом крыле у нас находится природная зона, тут растет тыква, можно покупаться. И все, только тыква. Единственное растение, которое выжило. Да. И центральный вход, это. Ой, и центральная часть тут у нас 60 пассажирских мест. Зачем так много? Ну просто мне было нефиг делать, и я поставил так много кресел. А вот тут открывается дверь. А это выход на балкон, да. А это межгалактический корабль, он летает или плавает? Он летает. Ну, в космосе? Ну, я... Да, ну, как сказать, в космосе. Я на нем только до конца долетал, и все. Потому что мне было лень вверх лететь. Ну, просто, мне кажется, если там снаружи стоять, не очень так будет. Если снаружи стоять, то это... Ты улетишь. А как вообще этим управлять? Там еще наверху есть что-то. Да, наверху находится командный центр, ну или будка этого капитана корабля. А, тут бежит пока не обойтись. Да, к сожалению. Я хотел сделать лифт, но как-то про это забыл. Здесь у нас две бронированных этих двери и толстая стена. Да, тут пустоватенько, да. Можешь сесть. Управление легкое. На клавиша F. Так, я спускаюсь тогда. А что тут делать клавиша F? Ты меня не закрывай, я эти двери не могу. Клавиша F это активирование ракет, которые тебя запустят в космос. Ну, тут вода нужна, да? А? Тут вода нужна. Какая вода? Воды не надо. Нужно вылетать. Да нет, ты просто нажимаешь на F. Вода надо. Ну, включаем тогда воду. Всё. А, куда это? Полетел! А чё он так быстро на обычной ракете летает? Это не... Тут фиолетовые турбины. Не красные. А, фиолетовые. Ну, а фиолетовые, но... да. Но здесь он очень становится медленно. Ну, потому что надо сверху пролетать, потому что вот эти... Ну да. Гасят. Можешь полететь сверху. А что если просто вот так выключить и вот так быстро полететь? Ну, вот когда-нибудь так. У нас закончатся турбины. Ну, вообще, даже так можно. Можно так, да. Оно быстрее даже так едет. Ну да. У меня есть даже его младший брат, так скажем. А в его управлении какая есть особенность еще?
В принципе, никакой, как бы, да. Есть только два режима. Просто летать на ракете и еще вот так. Ну да, или его можно использовать как корабль обыкновенный. Просто корабль необычной формы. Да. Ну тут он похож. Ой, на корабль. Куда? Куда? Аккуратно. Все. А еще аккуратно, он я... очень долго будет ломаться. Это. На. О, ну давай посмотрим. Сейчас. Все, начинает сломаться. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Сейчас у всех залагает. Ай, помогите! А, куда? Она меня в бездну выбросила. А, да. Ой-ой-ой. Я еще жив. Я с кораблем улетел в бездну. Ой-ой-ой. Надо было прыгать. Хотя ты не смог бы. У меня там замкнутое пространство было. Как я бы я бы оттуда. Я понимаю. Ушел. О, я вернулся. Я получил больше 200 золота, нифига себе. А там был так. Еще в этом корабле что-то, что ты мне не показал? Загрузи его. Да, вроде бы я вроде бы тебе все показал. Нет, загрузи-ка его, я там видел, когда с командирской... Ну, в командирской базе стоял, я там видел кое-что. А, я, кажется, понял про что. Но это недочет. Нет, я спереди. Скорее. Я про перед. А, ой, тут... ой-ой-ой. Во-первых, тут везде были рули зачем-то. А, так надо, это такая особенность, так скажем. И здесь была какая-то лестница. Это как декор. Ну и можно использовать для поднятия наверх. А наверху что? Тут мачты лежат. А? Тут да, мачты так надо. Лежат. А еще ты заметил, что здесь на вот этом крыле написано Т. Да. Что здесь тоже Т написано. Это все как бы трайтинг, да. А вот здесь Т я не заметил. А, ну теперь ты знаешь, что здесь тоже Т. А вот здесь можно очень... Ну, застрять. И отсюда уже никак не выпрыгнуть. А, здесь должно быть стекло. Ладно, давай, сейчас так сделаем. Ой-ой-ой, о, еще один начал. Ну, так надо. Ладно, следующую постройку загружать тогда. Ну, давай. Сейчас может подлагивать. Корабль очень крутой. Надо убежать подальше. Я его долго строил. Следующий это лэндспидеры. Долго. Которые я тоже в Дискорд показывал. Это мои самые первые постройки, когда только появился этот апдейт, где можно блоки поворачивать. Тут небольшие дырочки. Да, я знаю. Есть такая модель, как, которая похожа на рыбу немного, даже очень много. А есть такая модель. Можешь выбрать, которая себе по душе. Это из «Звездных войн», что ли? Да. А как если ими управлять? Смотри, чтобы управлять здесь, надо сидеть на этом кресле. Которая занята. Ага, а вот здесь? А чтобы здесь, ты просто садишься на это кресло, и там тебе пишут. Ну, то есть... А! Подожди. Надо, наверное, там... фиксацию отключить. Ну да, кстати. Сейчас, подожди. Там были кейпады, ты их отвязал. Я знаю. У меня просто нету кейпада. Сейчас. Окей, жду. Чтобы на этом плавать, ой, лететь, надо... Воду включить. Да. А вот здесь что нужно сделать? Здесь, по-моему, тоже надо воду включить. Да, тут же просто фиксацию отключить. В принципе, да. Так тоже можно сделать. Ну, отключи фиксацию, я же не могу. Сейчас. А что это тут такое впереди? А, я не знаю, но так было в фильме. Если так было в фильме, то так, значит, надо. Ну, подожди, ладно. Давай, дай я в себе сяду, поставлю кресло в опасном месте. А да. Как это включить? У тебя же там написано управление, нет? Нет, ну, оно не работает. А, надо воду. Ну да, как я и предполагал. Ой, он немного... Надо было кое-что удалить, ну ладно. Что удалить? А стоп, а почему он не может лететь выше как-то? Он же на ракете летает. Он не может выше лететь, чем ракета. А весь прикол в том, что эти ракеты не на коллизии. Потому что иначе это был бы уже какой-то космический аппарат, а не лэндспидер. А? Мы застряли. Ты куда нас ведешь? Да я никуда нас не веду. Оно само. Боже, что происходит? Так, ладно. Ой-ой-ой. Все, давай, поехали. Оплыли? А как это ты ограничитель для ракет сделал? Ну, они же, я тебе говорю, они не на коллизии. То есть они не прозрачные. Поэтому они взлететь выше не могут. А, вон я их вижу внизу. Так что вот. Поэтому... Да, полетели! Полетели! Поэтому он не может
выше лететь. Да. Прикольно. Их можно удалить, эти ограничения, но тогда мы будем просто летать. Это уже не будет так сильно интересно. А так он не может выше лететь, прям как-то настоящий получается. Да. Ой, я как-то высоко забрался. Ой-ой-ой. Я один предел преодолел. Ты куда нас ведешь? Да оно само летает. Давай лучше ты будешь летать. Давай, давай новую постройку покажу. Мне тоже надо восстановиться. Если... Давай это. Я могу загрузить еще раз эту постройку, мы полетим на другом. Ну давай, загрузи, но только на том же попробуем. А, ты хочешь на этом же попробовать? Ну ладно, у меня не получилось, давай второй посмотрим. Давай. Он уже более детализированный, и здесь можно побольше людей, как бы, да. Поместить. Да. Так, ну... Подожди, я сейчас сделаю все, что Приязку. Было надо. Так. Там тоже внизу ракеты. Да, и они также не дадут тебе выше лететь. А это что ли то же самое? Ну, в принципе, да, но только выглядит по-другому. А, понятно. Что, да, тебе надо сесть за это кресло. Давай ты Нет. управляй. Ты а, управляй. Давай. Потому Давай. Что, ну, это то же самое, я, мне уже лучше ты полетай. Нам нужна вода. Включаю. Вот тот предыдущий как-то на гитару больше похож, чем на рыбу. Да, согласен. А попробуй вверх полететь. Ну, я говорю, у него такие же ограничения. Он, видишь, не может выше. Ну, на том я мог чуть-чуть хотя бы вверх побрать. Там, потому что больше ограничения. Ой, ну, как бы их... Ну, меньше. Да. Меньше, да. Давай на базу возвращаемся. Ой, ой-ой-ой. Пройти не может. Минус. Нет. Ой-ой-ой. Так, стой. Так. Куда мы летим? Подожди, сейчас все будет хорошо. Дальше, полетели. Дальше летать нельзя, потому что там уровень. Ой, поглубже. Ой-ой-ой. Так. Маневр. Летим на базу. Все камушки собрал по дороге. Да, ничего страшного. Он крепкий. И теперь можно выпрыгивать. О, ровно. Я его пойду уберу, чтобы он тут это не мешал. Куда уберешь? Ну, он это полетел, короче. О, сейчас там сколько беспорядка в желтой команде будет. И он взлетел. Тогда пока. Давай. До свидания и пока всем. Всем. Всем пока.